Там да точно уйди бывает. Отсюда, тут тебя не любят, видишь, тебя бьют все время. Игорь, просто чекай, вот в том месте, а, там... Стой! Там он есть тот отсюда! Слышишь? Он хлопнул меня по жопу, он где-то здесь, я такой отворачиваюсь, слышишь? По затылку. Если тебе нечем заняться, а нечего посмотреть, то заходи и подписывайся на хоррор-канал Квиста. Прохождение хоррор-игр, всевозможные топы, страшные топы, а также разбор смертельных файлов и ужасы на ночь. Ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой и Игорем мы продолжаем нашу рубрику «Троллинг ютуберов». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашей предыдущей серией. Только благодаря вам мы снимаем эту серию. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы тоже нас поддержите лайками и соберем кучу-кучу лайков для того, чтобы мы продолжали снимать втроем. Поэтому ждем ваших лайков, приятного вам просмотра. Ну что ты кричишь? Нажимаем рандом, я первый. Давай. Я второй. У меня тут лишь не блок какой-то, но у меня лаймовое стекло. Да, давайте, все, я готов. Давай, Игорь, пошли. Куда мы прячемся? Мы прячемся в Макдональдсе, если что, да. Да, в этот раз в Макдональдсе. Я прячусь, ты что, дурак, Игорь? Ну, привет. Куда бы я, короче, превращусь. А я вот тут, я вот тут постою, мне тут нормально. Время-то идёт. А чё ты не считаешь? 4, давай быстро. 3, 2 и 1, я пошёл. Ой, Жека, я буду тебя ждать в этот раз, Давай. Ой, а что тут так много, как-то, всех? Игорь, а ты как? А что в одно место добежались? Ой, не знаю. Игорь, ты как там, нормально? Все нормально? Я нормально, я чувствую, что выиграю уже. Да-да-да, я чувствую, ну давай, посмотрим. Чувствует он. Я прям вот чувствую, кто-то здесь из вас стоит. Прям что-то чувствую. Что-то, нюхай. Не, я, кстати, вижу, где ты бегаешь, но это ты, конечно, нюхаешь, я такой, я тебе хочу. Пахнет наживой. Так, кто из вас? Так. Блин, знать бы, кто такой еще Эдисон, в кого он превратился, я, честно, даже не знаю, где он спрятался. Ну ладно, окей, пойдем. А это кто? Это у нас кто? Что у вас там происходит? Что происходит? Ничего, мне просто смешно. Тут просто бегает один дебил, ничего не видит, ну ладно. В смысле, не понял? Да не-не-не, я не про тебя, Жека, я про Игоря. Я про Игоря. Я еды возьму под секунду. Да-да-да. Про Игоря, да? Зачем еды, если у нас писвул, как бы? А у меня, у нас, во-первых, не писвул. Писвул. Что они не будут бить эти NPC, я сделал не писвул. Да вы где, ёпарасете? Куда? Я, кстати, видел, где Джека сейчас пробегал. Посмотрите на него. О, Игорь толкается. Я побежал, посмотрите. А чё меня Игорь толкает, а, Игорь? Чё ты меня толкаешь? Так, знаете что, товарищи? Ну. Эдисон, не толкайся. Как? Вот объясни, как? Объясни. Я не могу понять. Я понимаю, что я пытаюсь на F5 сделать искусственный интеллект. Да. У Игоря никогда не получается. У Игоря вообще интеллект не получается. Да. Мне кажется, Эдисон где-то вот среди этих ютуберов. Вот прям уверен. А как ты его нашел? Вот объясни, как ты его нашел, а? Какой искусственный интеллект? Давай, рассказывай. Так направо, налево посмотрел, что-то как-то непонятно сделал, что ты. Так, короче, я взял меч, я иду искать. Так, Эдисон, он прям должен выделяться. Мне кажется, Эдисон это тёлка. Тёлка? Думаешь, я тёлка? Хм. А ну посмотри. А, нет, явно не тёлка! Явно не тёлка! Да ты дурак, не та тёлка! Убивают, помогите! Убьют! Всё нормально, пацаны, всё нормально. Хорошо, я остался один искать. Я уже появился, сейчас вернусь. Ой, пацан, вы там ищите, я подожду, если чё. Нормально всё. Ну, если хотя у нас будет спать на серии, да. Да, потому что мне скучно, никто меня не ищет, никто меня найти не может, пока я сам не спалюсь. Да, Эдисон читак! Вот, ты считаешь, что Эдисон читак, плюс просто. Плюс, Эдисон читак. Я ни хрена не понимаю. Зелень невидимости, разве что. Да. Так. Ой, Жека там бегает что-то, Жека куда-то побежал, там была. Куда я побежал? Я уверен, что он здесь стоит. Вот я прям вот чувствую. А я не чувствую, я чувствую на втором этаже. Вот он ДНТДМ. Да. Это не точно, Это все подстава, Жека, ну как ты там? Как делишки, рассказывай, Жека, как ты там? Так, подожди. Кто это такие вы тут? Игорь, что там, есть подозрительные лица? Я вижу тут, короче, подозрительных типов на кустах. Ой, я... Один из них даже бородатый, слушай. Ой, ну это я. Это... Бей его, Игорь, бей его! Так, ладно, спровоцировал меня, я тебя бью. Это не ты, ты дурак! Вот он! Лизард!
Вот он бежит! Или нет, куда? Мне кажется. Где? Где? Мне показалось, что это он. Ты дебил? Блин, когда умирай, меня заладил. Да он точно там был. Конечно, где там? Ну да, то, да, ты, точно. Ты просто попробуй посмотреть в этой куче ютуберов, найти Эдисона, вот попробуй. Ну почему тебя сразу доходит, а меня не сразу, а? Потому что я... Я вот сейчас пытаюсь посмотреть на эту всю тусу, тусню вот эту, да, я ни хрена не могу понять, где здесь Эдисон. Я тоже не понимаю, я тут уже всех побил, я уже боюсь кого-то бить, потому что меня начнет пугать, когда я умер. Мне кажется, он как-то вот знает больше, чем... А мне просто интересно, знаете о чем? А Игорь в своем скине или он в каком-то другом? А, стой, да, точно, я это. Ха, я в своем скине, но с другим ником, понятно? Я думал, что в этот раз я окажусь умнее. Да. Не Хэппи Лайма. Да. Это вот он. Нет, это не он, это не он, это не он! Не, слышишь, там был он, я точно... Где был? Среди этих я точно бил. Там да точно уйди бил. Отсюда, тут тебя не любят, видишь, тебя бьют все время. Игорь, просто чекай, вот в том месте. А, там, стой! Там он есть тот, тут, слышишь? Он хлопнул меня по жопу, он где-то здесь. Я такой отворачиваюсь, слышишь? По затылку давно прилетает. Я просто не понимаю, кто из них он. Потому что вы дуба, я должен вам помогать, фору вам давать, потому что вы меня найти не можете. Я уже один раз его ударил. Нет, это не он! Это не он! Где ты? Ну говори. Признавайся. Жека, у меня спаунпоинт, надо убегать, срочно. Капут. Ты понимаешь, Эдисон читак, я его ударил, он прям встал в кучу ютуберов, я не могу попасть именно по нему. А, я залагал, черный экран, стой, что происходит? Он уже перебежал, по-любому. Стойте, Майнкрафт сломался, у меня черный экран. Это не к нам, давайте ищите. Да не, подождите, Серёга, а, вот, все нормально, продолжай. Где-то тут он точно был, я тебе говорю, он тут был. Закройте двери, когда я закрываю двери, у меня Майнкрафт. Вы меня заколебали, найдите меня уже, пожалуйста. Я уже хочу вас искать. Пожалуйста. А где ты? Подожди. Ты там же, да, на месте? Мне кажется, он вот этот вот маленький в блоках. Да блин, я не понимаю. Я не понимаю, он мне дал только что это. Эдисон, дай подсказку, я же тебя ударил, да, правильно? Я же тебя ударил, да, один раз? Нет. Вот он! Нет, не он. В смысле, ты меня ударил? Это я Игоря ударил. Я тебя один раз ударил. Мечом. Это вообще, слушай, это троллинг троллингом. Нет! Ты тебя троллит, а не ты нас. Он читак, я его нашел, но меня просто убили другие ютуберы. Я вообще не понял, что происходит? Пацаны, ну что же такие-то нубы, а? Вот подожди, я сейчас смотрю. Это он! Я уверен, но тут нет, это не он. Так, мне кажется, он зеленый. Мне кажется, просто надо всех зеленых. Да, он был вроде бы лягуха этой Визардер, но. Да, все верно. Вот это он. Нет, помоги! Ребят, я все понимаю, но мне кажется, подписчикам уже надоело, мне, наверное, нужно сдаваться. Потому что, ну я тут выиграл, ну согласись, я уже тут выиграл. Тут нет смысла больше прятаться. А ну ладно, 10 минут видоса, как бы, ну ладно. Ладно, хорошо, да. Значит, вы признаете то, что я победитель, да, я выиграл тут, да? Да? Игорь. Ну так, да, ладно, вот я, дебил, я тут все время... Я говорю, он тут был! Это он, говно! Да, мы выиграли, ура! Победа! Да, конечно. Не почувствовали врага. Да, конечно. Мне интересно такими нубами играть. Я не знаю, что с этим делать. Ну что, ребята, сейчас мы будем соревноваться с Игорем, кто кого будет искать, потому что мне кажется... Да, логи. Нет смысла, нет. Давай, я первый, Игорь, я первый. Опа! Подожди! Что выпало? Нет, это же для меня вообще мука. Мы сейчас будем видос 40 минут. Ой, капец. Я не знаю, я заколебался уже прятаться, я хочу поискать, но не судьба. Капец, ты понимаешь, что сейчас я вообще хрен кого найду? Давайте считаем. Жека. А тебе все скажи, ты вообще предатель. В смысле предатель? Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подожди, я тебя прошу вас ударил, да, правильно? Да. 7, 8. 9 там уже, пацаны, 10. Да, Игорь, что у тебя? 12, 13. В смысле, а ты где? Так. Вот я. Здорово. Эдисон, не палимся. Не палимся. Если ты спалишь кой меня скин, я тебя убью просто. Если ты спалишь кой меня, то... Я тебя убью. Вот как? Как мне понять, кто из вас кто? Вот кто это такой бежит?
Это я! Бей его, Игорь, это я! Бей! Это я! Мы садись нам, братья! Придурок! А, вы одинаковые, я так понял. Да! Так и есть. Мне не нравится, наверное, что вы говорите, да? Нет, тогда не. Да, хорош! А ну признавайтесь, говно! Эдисон, ты вообще кто? В смысле? Ты где вообще? Я тебя просто еще не видел ни разу. В смысле не видел? Так ты со мной поздоровался, а? Да не. Это не я был. А-а-а. Вы что, дебилы? Я не могу понять. Я хотя бы в правильной местности нахожусь. Да. Вы хотя бы в Макдональдсе? Кто знает, Игорь? Вы в KFC перебрались или еще куда, чтобы ты не понял. Да, все правильно, Игорь. Ищи. Так, подожди, что это вот этот бородатый один? Эдисон, я пока посплю, хорошо? Я тоже, вот сейчас ты меня понимаешь, да? Сейчас поспим. Да. Вы дебилы там сидели? Что вы делаете? Игорь, давай, ты справишься, мы тебе верим. Арбуз. Давай, Игорь. Так, подождите, говори чё ли холодно? Холодно, ой, как холодно. Сейчас прям кипяток. Кипяток. Вы заколебали, кипяток. Кипяток. А вот сейчас прям морозилка прям сейчас. Вот прям сейчас. Да, подожди, ты сейчас меня троллируешь или ты прав? Не. А, значит, там ты есть, слышишь? Да. Не надо такое делать, я вообще не могу понять, что происходит. Кипяток, Игорь, кипяток. Ой, морозилка. Ой, как холодно, прям сейчас все замерзнет. Да, яички отморозил, да. Вот там яички можно отморозить, Игорь, вот там прям очень холодно. Где вы, может, вы сверху? Мы полетаем в гимназию, наблюдаем за тобой. Так, ну привет. Дождик пришёл. Вырубите дождь. Я вырубил. Да это не он! Ах ты... Давай, падла, я знаю, что вы где-то здесь, после себя кусты нарубил. Ааа, не могу. Ну это такая забавная сейчас вообще картина, ладно. Какая забавная картина, вы заколебали. Ты это видел, Шек? Да. Он там ходит, там вообще холодно, морозилка, он там ходит, я через окно на него смотрю. Ладно. Какое окно? Ой, ты меня ой. Ходишь? Да. Ой, да ты. Ой, не могу. Я просто ржать просто, я устал. Ой, подождите, я что-то не то нажал. Все, нажал. Смысле? В смысле? Тут был кто-то и пропал. Да? Стой! Куда пропал? Да. Интересно, куда он мог пропасть? Ой, бедный. Кто меня бьет? Я не могу понять! Это не смешно! Дорогие подписчики, что они делают? Мы прячемся просто и все. Ну, это не честно. Да, все честно. Все по правилам. Все честно. Так, выбегай сюда. Так! Ой. Чувствую. Нет, это не он. Чувствуешь? Не он, подожди. Он. Да. Игорь, что ты такое? Уф, уходи отсюда. Уходи оттуда, Игорь. Фу, гадость. Там холодно, я уже говорил, что там холодно очень, поэтому. Отстань от меня. Мне кажется, Игорь сейчас всех РПСов перебьет и оставит только нас напоследок. Эдисон, предлагаю устроить облаву. Ой, Жека, подождите, давайте без облавы, сейчас я сдохну. Я не готов. Жека? Облаву. Жека? Здрасте. Давай, подожди. А тоже Игорь нас никогда не найдет. Так, Жека, ты готов? Сейчас, подожди. Да, давай. Подожди, он дебил, он просто НПСа ударил, подожди. Я же спукал. А почему ты это даже гемоди, тип? Давай, облава! Убегай, чё, облав! Чё, кого я завалил, я не понял. Чё происходит? Я на тебя облаву собираюсь. Я что, завалил кого-нибудь, что ли? Да, я на тебя сам напал.
Ты дебил? Эдисон, ты предал меня! В смысле? Я его убил! Я его убил, он просто не заметил меня! Ой, это... Да, конечно, я вообще не понял, меня. Я как-то начал одного НПСа бить, и меня штук 5 начал сразу висеть. Это, блин, он был Кэптоном Спарклизом, он куда-то убежал. Я... А вот он! А, это ты. Ты тебе придурок сделал. Нормально. Эти игры вообще меня убил. Ну, пацаны. Игорь, ты придурок, мы сейчас его потеряем, ты понимаешь? Я вижу Капитана Спарклиза! Это не он. Короче, смотри, предлагаю просто ТП Эдисон пропить. Да, конечно, так очень честно. Эдисон, ты кинул меня, я хотел... Я его бил! Да, вот сейчас посмотришь. Жека! Ну все, он теперь перепрятался, что теперь делаешь? Не, я там на том же месте, Жека. Да, конечно. Да. Да. Так, мне не нравится с Эдисоном играть, его выиграть невозможно. Так, я подожду. Вы просто посмотрите, что происходит. А что происходит? Это ненормально. А что происходит? Где он? Вот это он. Он, да? Но он был тут, как бы, я не знаю, куда он там убежал. Да? Он уже, он по-любому перебежал, понимаешь? Да, наверное, мне тоже так кажется, да. Там очень холодно, пацаны, на улице, там очень холодно. Морозилка просто, да. Если там морозилка, значит он там, я тебе больше скажу. Эдисон неправильно играет в эту игру, надо наоборот. Твою мать, бьют! Слушай, я не знаю. Можно я хотя бы пасу пойду, а то, ну, я не знаю, что мне делать. Эдисон, ты предатель, я бы тоже мог прятаться, но нет, я спалился, я облаву устроил. Я тоже как бы устроил, просто Игорь очень слепошарый, он меня не заметил, и все. Я бегал вокруг него 3 раза, как бы, ну ладно, типа, я ничего не вижу, в НПСов побью, так что норм. Блин, ты скажи хотя бы. Что искать-то надо? О, искать надо, ну да, из чищи. Мне кажется, он не на улице уже. Короче, предлагаю бить просто всех NPC. А вось найдем. А может, да, а может нет. Ой, пацаны. Да блин, ой, слишком много NPC. Что происходит? Подожди, я пытаюсь Эдисон найти. Так, короче, смотри, те, которые бегают за мной, это не он явно. Смотри, можно, знаешь, что сделать? Смотри, маленькие дети. Он 100% один из них. Блин, раз он замолчал, значит... Я тебе отвечал, он где-то здесь. Пацаны, честное слово, я заколебался полиции. Я уже просто полюсь перед вами нубасами, потому что вы меня никогда не найдете. Я вообще никогда не могу понять. А откуда столько много NPS-ов? Ты нас спавнил? Да. Вот, убил, наконец. Хедшот! Не может быть! Я до сих пор не понял. Вы понимаете то, что я внутри стоял где-то 5 минут, просто перебежал уже на улицу, чтобы вы меня наконец-то уже спалили. Понимаешь? Эдисон кидала. Объясни мне, что кидала. Это Жека кидал, Жека дебил просто. Давайте выходить на улицу. Пошли. А кто, подождите, вот я сейчас до сих пор не понял, кто Эдисон был. Вот он стоит. Ну я сначала... Подожди, Жека говорил то, что я был... Лаймом был! Да. Жека говорил то, что я был Каптен Спарклзом. Я тебя бил 3 раза, даже не понял, что я был Дэном ТДМом. Жека, как ты это был так? Дэном ТДМом? Да, я тебя бил 3 раза. По-моему, Эдисон перетроллил троллей... Подожди! Ты был Каптен Спарклзом? Нет, я был Дэном ТДМом все время. Я сейчас вообще в шоке, я не могу ничего понять, что происходит. Эдисон короче, Эдисон просто профи, я не знаю, что с ним делать. Ой, я сам не знаю, что с тобой сделать, но мне кажется, нужно Мне кажется, нужно заканчивать уже на этом, да, ребята. В принципе, знаете, что я скажу? Ставьте. Да уходи ты уже. Да. Да что ты делаешь? Меня бьют ДТДМ! Всем пока, ставьте лайки! О, как раз вовремя пропал, можно сказать, что надо писать комментарии. И комментарии, и лайки, да, пока, ребята, пока.